тебе наиболее больше понравились из фильма «Лето»? Ну, насчет какой-то конкретной одной сцены, я думаю, нет. Вообще, в принципе, очень неплохо перенесли там эту сотку к тому времени, да, вот. Фильм очень хороший вышел, но меня очень смутил момент вот этого некого мюзикла, что ли, да, когда появляется персонаж, да, вот, начинает, ну, как голос автора, да, не знаю, это вообще фильм сразу какой-то несерьезный, что ли. Что вот. Этого не было, да, как бы вот табличку выставляет в этом смысле? Ну да, в том числе, то есть как бы я думал то, что я ожидал то, что будет просто показана тусовка, да, тот период, и это очень классно, очень классно, но вот этот вот... Ну это такой ход режиссера, так, да, я понимаю. Да, он сделал этот фильм не серьезно, я расстроился. В принципе, мне все очень понравилось, очень. А вот там много песен на английском языке, вот, кстати, из разных групп там. Так. И вот, а какие сцены там в электричке, вот в троллейбусе наиболее, вот такие клиповые сцены наиболее были? Они немножко такие фантасмагоричные в какой-то степени. Многочисленным просьбам наших слушателей звучит композиция группы «Говорящие головы» под названием «Маньяк-убийца». Нет, не способен я, честно, принять все как есть. Я взвинчен, весь на нервах, не в силах расслабиться. Моя постель будто в огне. Не прикасайся ко мне. Я словно оголенный провод. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous, can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, just pursue. Fa 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 fa. Run, 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 run away. Psycho killer, just pursue. Fa 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 fa. Ублюдок! You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you don't say anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? A psycho killer, kiss the sun. Fa 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 fa. Better run, run, run. Ну вот на Каннском фестивале он получил приз за саундтрек. Вот. Может быть, я слышал то, что на каком-то фестивале, точно не знаю на каком, вот его вообще не оценили и не поняли. Ну, естественно, сложно понять на самом деле, как бы, вот эта русская тусовка, потому что у нас, скажем так, мы боролись не как они против религии, скажем так, да, а мы боролись против государства. И у нас, главное, конечно... Но это фильм о свободе, ты да, в этом. Конечно, это фильм о свободе.
И на самом деле насчет главного героя, который играл Виктор Цой, хочу сказать пару слов, то что я на самом деле вот впечатлен, потому что вот он правда не похож, но как бы, конечно, я Витю не знал лично, но мне кажется, настолько был передан сам Витя, да, то что, ну, в общем, это великолепно. Я даже не заметил то, что он не похож. Сперва, конечно, я подумал. Ну, вообще, это корейский актер германского происхождения. У него есть как бы корейская и германская кровь, в которой степени, как и у Вити. Но момент такой странный, то, что он плохо, конечно, русский знает. Да, и я слышал. Его один озвучивает, другой за него как бы поет песни. Да, я слышал об этом. А Майк, вот как тебе? Майк, на самом деле, я впечатлен. Майк, во-первых, он похож. Да, ну, во-вторых, ну, конечно... В очках фильме, особенно он, похож. Да, в очках особенно. В фильме он, конечно, выглядит еще более так рок-н-ролльно, да, как бы, нежели чем тогда он выглядел в жизни, скажем так, да. Но, блин, и мне нравится то, что в этом фильме Майк был более такой электрический, вот, более тяжелый звук, да, насколько он пришел, как бы, да, и показал, кто там самый главный, потому что Майк это вообще... Я обожаю Майка. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Such a perfect day. I'm glad. Идеальный день, считает Луид. Пить в парке, покормить зверей в зоопарке, а потом в кино. И пойти домой. Ну вот Майк, как бы у нас менее почему-то известен, чем Цой. Многие... Ну да, он не зашел русскому, ну, русскому человеку в меньшей степени, конечно. Потому что Майк это более такой западный. Ну, интересно, что его играет Блых, вот как раз Рома Зверь. И по концепции звери, они же тоже из зоопарка. Или это притянуто за уши? Ну, я не знаю, на самом деле, все в этом мире не просто так. Да, как бы, и синхронные события, и что-то еще в этом роде. Все не просто так. Везде можно найти длинный смысл. Самое интересное, что он там будет, на самом-то деле. Тихо. Ну-ка, дай деточка, дай, не надо тебе. Давай, у нас авария. Так, да, давай. Сашенька, давай. Детонька, уже держи. Куда я чуть-чуть? Ой, я знаю. Держи. Майк прав. Доски берут, отлично, наше прошлое пыльное. Получехов, Канаду. Очень хорошо. Чайковского. Сейчас пойдем. Чайковского они уже слышали. Им интересно знать, что здесь сейчас происходит. Что есть что другая есть? Музыка, другая жизнь. А она есть? Ты же есть. Боб, Витька, вот. А что американцы услышат в моей музыке нового? Последнее, представься, пожалуйста, как зовут. Меня зовут Даня. Спасибо.